Весенняя охота в Ненецком округе пройдет с 16 по 25 мая. В связи с объявленным в регионе режимом повышенной готовности, сезон пройдет в несколько ином формате. В первую очередь в регионе будут действовать ограничения на въезд граждан из других городов с целью осуществления охоты, а также на ввоз охотничьего оружия в мае-июне 2020 года. Более 200 разрешений на добычу гуся выдано жителям Ненецкого округа на весеннюю охоту на территории региона профильным департаментом. Первое, самое весомое отличие этого промыслового сезона – охотиться могут только местные жители. И только для местного населения. То есть те, кто имеет прописку в Ненецком автономном округе, имеют право охотиться на гуся. В рамках весенней охоты жители региона смогут добывать водоплавающую дичь. По одному разрешению предусмотрена добыча не более 20 гусей и казарок, а также 20 селезней. Госпошлина составляет 650 рублей с учетом скидки. При получении услуги в электронном виде стоимость составит 455 рублей. Поэтому в ведомстве рекомендуют получать разрешение через портал госуслуг без личного визита в департамент. На этот день выдали, если не ошибаюсь, около 200 разрешений только местным жителям. Это не касается коренным и малочисленным народного населения, раз. И второе, охотятся только местные жители. Все остальные, которые приедут сюда к нам из других городов России, это, будем считать, браконьеры. Что касается непрошенных гостей из других регионов, которые не прочь поохотятся в Ненецком округе, несмотря на запрещение, то в отношении их будут приниматься строгие меры. Охотники, настоящие охотники, это профессионалы. Они дорожат своим оружием, они дорожат своим званием. Ну, не знаю, как это сказать. Вот. Потому что если они нарушат, мы имеем право с помощью там, органов там, полиции, МВД, у них изъять оружие. Они этим дорожат. То есть настоящие охотники сами придут. Кроме того, если раньше в каждом районе Ненецкого округа срок охоты начинался в свое определенное время, то сейчас сезон откроется строго 16 мая, а закончится 25-го. На всей территории региона для всех трех участков охотничьих угодий. Ольга Русул, Леонид Шишилов, телеканал «Север».